Всем привет! Меня зовут Татьяна, и вы на моем рукодельном канале. Пятница, 27 сентября, и это мой вязальный влог. Я сегодня решила подключиться вам вот в этом месте, потому что у нас темно, на улице дождь, солнца совсем нет. И на кухне, где обычно я к вам подключаюсь, даже при всем освещении как-то получилось темно, и я решила здесь в комнате возле окна. Мне кажется, здесь я еще не снимала, но не считая вот этого комода, который вы все, наверное, уже знаете, да, с моей носочной пряжей. Вот. Я тут вчера повесила новые шторы. Довольно счастливая, помыла окна, мне нужно было к ним пришить шторы не новые, этот тюль у меня был, но они висели на другом карнизе, и мне надо было тут пришить шторную ленту. В общем, занималась вчера этим, но мне нравится то, что получилось, и навожу порядки к зиме, как будто в другое время не надо наводить, да? Ну ладно, все, я довольна, красоту навела, и можно дальше теперь уже вязать. Не буду много болтать, мне кажется, у меня очень большие получились кусочки подключения в этот раз. Не будет никакой природы, никаких зарисовок, я нигде не гуляла, в красивых местах, все возле дома, в мегапарке, все вы это видели, поэтому не показывала. В прошлые выходные, в субботу, была на встрече клуба, и эту встречу я показала во влоге выходного дня. А если вы не видели, но хотите посмотреть, проходите. Влог выходного дня на этой неделе тоже сниму. Я так поняла, вам понравились они. Смотреть то, что я делаю помимо вязания, да. Может быть, что-то готовлю интересного, но в общем будет, да. Все, смотрите, что было у меня на этой неделе, и увидимся уже в конце этого видео. Приятного просмотра! Всем привет! Сегодня у нас пятница, 20 сентября, и я начинаю запись своего нового вязального влога. Я только что загрузила предыдущий, и... как говорится, не отходя от кассы, решила сразу начать запись нового влога. Давайте посмотрим, с чего у меня начинается эта неделя. У меня своя неделя, да, с пятницы по пятницу. Пока я монтировала видео, загружала, я вот тут повязала шапочку. Я решила вот с такой пряжи начать вязать комплект «Торопышка». И вот столько провязала шапочки. Мне кажется, у меня тут достаточно. У меня тут линейка своя. Вот эта спица 10 сантиметров. И я обычно вяжу шапочку 10 сантиметров. И потом уже начинаю убавки. Вот, довязала до убавок. И буду вязать шапочка-носочки. Вот такие будут, как всегда. А жилеточка будет с добавлением вот такого цвета сурового. И пледик будет вот такой, как предыдущие комплекты у меня были. Вот. Это из планов на эту неделю. Маленький комплект. Плед я не успею связать. Вот. Ну, комплектик, думаю, что да. Ох, у меня тут в цвет, да? Давайте покажу то, что я не показала на прошлой неделе. Я вышила в четверг, вчера, да, вот такую малышку-игольницу. Совсем маленькая, у меня просто есть... Я вышила, давайте начнем с того, что вышила я ее в подарок, и поэтому в предыдущем влоге не показала. Ира меня смотрит, и завтра я уже ее подарю. Это будет такое дополнение маленькое, приятное к основному покупному подарку, так скажем. У меня есть у самой маленькая такая игольница, я вам ее показывала уже не раз. Я ее люблю, обожаю, она со мной всегда рядом. И мне ее тоже подарили, вышили там божья коровка на листике. И я решила Ире вышить тоже маленькую такую горницу, чтобы она была всегда с ней рядом. Вот такими сердечками получилось. Классно. Смотрите, как в цвет комплектика. Вот.
Я ее упакую в прозрачный пакетик и положу к основному подарку. Ну, красота же. Так, вот это у меня начатое, да, получается. И раз уж мы тут заговорили про вышивку, у меня здесь, как всегда, моя проектная вышивальная сумочка. Напомню, вот она, моя снеговуха на таком этапе. Буду вышивать. Хочу за эту неделю, за этот влог вышить вот эту сторону, вот эту половинку. Мне осталась вот голова и вот здесь птичка. По-моему, все. Ну, вот здесь чуть-чуть, да? Ну, в общем, осталось немного, и за этот влог я хочу закончить вот одну эту половинку. Вторую половинку начну, наверное, на следующей неделе. Так, и давайте посмотрим, что у меня тут в игрушках. Мы с вами тут вместе, я вместе с вами выбирала пряжу, показывала, что я тут положила. И вот я успела с утра повязать 3 спиральки. Это будет совушка. Все, больше здесь нет никаких заготовок, целые моточки пряжи. И еще планы мои на эту неделю. Может быть, она не вся осуществится. Так, отключусь, не принесла еще один моточек. Что мне нужно связать в ближайшее время? Мне нужно в подарок связать носочки мужские 40 размер. Буду я вязать вот из такого Alize Artisan, колор 90-05. И буду я добавлять вот эту пряжу, рассказовская ангора. Цвет серый, она очень тоненькая. Я ее показывала уже, да, я специально покупала для подмота в носочки. Смотрите, как подходит, мне кажется, будет классная. Вот. Еще мне нужно также связать в ближайшее время на подарок, опять же. Хочу связать либо мини-шаль, бактус, платок, как хотите назовите, да, вот с этого моточка. Я его уже показывала, давно хотела с него начать, но у нас все было как-то жарко, и я тогда не знала, кому конкретно буду вязать, просто хотелось, да, но сейчас у меня есть, выдался случай, и уже буду вязать конкретному человеку вот из такой пряжи. Цвет 846. Здесь получается на 100 грамм 500 метров, 80% акрила и 20% шерсти. Вот такая осенняя тоже расцветка, да, красивая. Вот, не знаю, что первое начну, вот этот моточек или вот этот. А вроде бы носочков я поднавязалась за прошлый влог и, наверное, начну вязать бактус. Вот такие планы на ближайшее время. Ну и пока это все, уже до следующего включения. Вечер субботы у нас сегодня, и я решила показать пряжу, какую я сегодня принесла со встречи клуба 28 петель. Думаю, сразу покажу и уберу, но уже вечер, и поэтому темно, да, но все равно хочу показать вам. А саму встречу клуба я не буду вставлять в этот вязальный влог, потому что я всю встречу показала во влоге выходного дня. Если вы его еще не видели, но хотите посмотреть, как прошла наша встреча, то проходите туда и посмотрите. Вот это у меня хлопок. Там, кстати, на встрече видно было, как быстро у нас разлетается пряжа. Я взяла, да, немножко вот таких разных моточков. Что взяла, что мне дали в руки, да. Вот такой был хлопок, детский хлопок. Здесь у нас какой метраж? 330 метров на 100 грамм. Я взяла розовенький моточек. Вот такой вот бежевый моточек, и еще был голубой изначально у меня, но потом я его отдала девочкам, пусть тоже вяжут.
Вот. Вот этими двумя зелеными моточками угостила меня. Привыкли уже, наверное, к моему слову, да, угостила пряжей. Это угостила пряжей Галя, Галина вязание. Галя, спасибо тебе большое. У нее как-то не так давно была во влоге распаковка, и она набрала кучу, купила кучу зеленой пряжи. Она полюбила вязать цветочки для торопыжек. И вот принесла мне два моточка вот такого цвета. Здесь на 50 грамм 170 метров, но ну, это толщина примерно как Ализабелла. Вот от Гали таких два моточка. И вот такая еще красивая пряжа. Это у нас приносили просто кто-то свои остаточки хлопка. Она, видите, уже без этикетки. Не знаю, сколько здесь грамм, вообще, что за пряжа, но очень красивая. Смотрите, какая. Она невероятно красивая. Я ее даже не буду убирать, а положу сразу в свою корзинку. У меня там есть желтый тоненький, потому что вот это тоже тонкая в одну нить. И мне кажется, я соединю с желтым, будет очень красиво. Не буду убирать в корзинку, а сразу буду вязать. И было немножко, немножко мне досталось шерсти цветной, да, ну и белой тоже. А белую мне тоже дали. Ну, покрашу ее, наверное. А может быть, соединю вот с этими. Ну, нет, покрашу. У меня же теперь есть цветная, да? Есть вот такая розовая и голубенькая. Пряжа деревенская. Стопроцентная шерсть. Все, наверное, уже все это знают, да? Здесь, по-моему, 250 метров, да, на 100 грамм. Вот, это тоже деревенская. В нашем клубе с деревенской пряжи мы вяжем спокойно. И еще приносили вот такие моточки, ее проверили, поджигали. Это шерсть, вот вижу, что здесь поджигали. Она довольно-таки тонкая, и я ее взяла специально, чтобы соединить с дундагой, которая у меня лежит, очень тоненькая. И я соединю две вот этих ниточки и свяжу комплектик. Я, кстати, не взвешивала, сколько у меня здесь рядом весы. Сейчас мы даже сразу и взвесим, да, сколько у меня тут. Сто два грамма. Классно. Соединю с дундагой и свяжу. Можешь плед, можешь комплектом. В общем, как получится. Вот столько красоты я принесла. Сразу уберу по местам сейчас, чтобы этого у меня не лежало. Ну все, я потихонечку вяжу. Пока нечего мне вам показать, но думаю, что завтра, либо в понедельник, я уже к вам подключусь с какими-то вязальными новостями. Вечер суббота у нас, и мы с Тишей вяжем носки. Да, Тиш? Мы уже с ним связали шапочку, довязали. Связали один носок. И вот теперь вяжем еще один носочек, только начали. Помощничек. У нас сегодня уже понедельник, 23-е. Чуть высоковато, наверное, камера. Так, попробую. Вот, пониже чуть-чуть отпустила. Понедельник, 23 сентября. И у меня куча к вам новостей. Есть что показать. Вот эти носочки были связаны на прошлой неделе. Я их просто постирала и решила вам показать после ВТО. Вот такие классные получаются. Пряжа вязь, шерстяная, 165 метров на 100 грамм. Классные носки. Я уже 100 раз говорила, как она мне нравится. В общем, хорошие, толстые, шерстяные получаются носочки. Кто еще не знаком, ну, рекомендую, если вам нужны именно такие носки, с ней познакомиться. Вот. Она есть классных всяких, однотонные, правда, всякие расцветки, очень красивые, классные. И
Я брала вот коричневую, связала, да, и у меня и обязательно буду еще какой-то покупать другой цвет и тоже вязать носочки на благотворительность. Вот, быстренько показала, убрала, потому что в прошлый раз я их вам на благаторе показывала, когда лицом в кадре была. Дальше, из готового я показывала, что вязала шапочку, и у меня готов малый комплект. И носочки, и жилеточка. Почему-то мне не захотелось жилеточку смешивать вот с этой пряжей, как я и хотела, да. Решила связать просто вот так. У меня еще остаток. Это овечья шерсть. И во всех мотках ее меньше, чем 100 грамм. 92-93 где-то вот так. И вот остаток небольшой. Не знаю, буду ли я вязать вот так плед, либо это будут малыми комплектами. Что-то как-то я... То ли навязалась пледов и хочется вот такой малышни повязать. В общем, пока не знаю. На этой неделе торопышкам, кроме как игрушки, вязать больше не буду. У меня есть другие планы. Но вот такой комплектик готов. Из готового у меня еще две заготовки на совушек. Вот такая классная Лизе Белла. И помните, в моей корзиночке маленькие остаточки были зелененькой и голубенькой пряжи, синенькой ли. И вот я их соединила и довязала. Вот здесь даже голубой не хватило ниточки. Но все они ушли в ноль. И вот такая получилась совушка. Вот. Из Лизе Беллы, конечно, буду еще вязать. И я показывала, что ложила вот эту классную пряжу со встречи, когда пришла, сразу не убирала. И соединив вот эти две ниточки, потому что это тонкая, у меня получилась заготовка на сову. Я просто балдею от этой расцветки. Ну, прям огонь. Ой, красота! У меня здесь еще на одну игрушку точно хватит. Вот, вот такие заготовки. Это в две нити получается потолще, да, чем было. И такая заготовка пошире, чем вот эта совушка. А Лизе Белла, я уже повторюсь, да, стала какая-то последнее время тоненькая. Раньше была поплотнее. Ну вот, в общем, две заготовки, малый комплект. И... Ой. Я говорила, что мне нужно связать носочки и бактус в подарок. И наивно так подумала, что я навязалась уже носков за прошлую неделю и начну с бактуса. Но та-дам! Мои руки опять потянулись к носочкам и очень быстренько. Так, надо убрать, то мне тут мешается. И очень быстренько у меня связались в подарок вот такие носки. 40-й размер, это артисан. И я не принесла кейк, я вам его показывала. Рассказовская ангора. Очень мне понравилось, как подружились эти две пряжи вместе. Видно все-таки расцветку вот этой пряжи, да. Классные получились носки. Они не такие толстые, как вот эти. Но все равно толстенькие, шерстяные, шерстистые. В общем, классные носки. 80 грамм они весят. Вот. Ну и буду начинать, конечно же, теперь вязать бактус. Бактус, платок, мини-шаль, кто как хочет, так и называет, да? Чиж! Я просто закрыла дверь на балконе, чтобы оттуда не было шума. Ну, вон туда что-то просится. Ну да ладно, потерпит, я думаю. Так, это моя готовая работа, еще одна. Здесь у меня вот остаток есть 44 грамма, но у меня есть серенькая ниточка в остатке просто Alize Superwash. И я думаю, что я их соединю и свяжу тоже пару носочков. Вот, из моих вязалок это все, вышивкой я чуть-чуть вышивала.
Но не принесла, покажу уже, я надеюсь, что к концу этого влога я вышью. Вот. И у меня случились тут покупки носочной пряжи. Ай, я совсем недавно показывала вам свой комод, где у меня отведено для носочной пряжи два ящика, и они просто у меня были битком. Но приходили вчера у меня в гости дети, я им похвасталась вот этими своими носочками, которые я связала в носочный календарь. Если вы смотрели мои видео с прошлой недели, видели, как я радовалась, да, когда я их связала, мне не очень понравились. И расцветка, я прям от них балдею. А в общем, я показала детям эти носочки, и Сережа говорит, а что ему тоже нужны точно такие с такой же расцветкой. Сережа, это мой старший сын. А ну и недолго думая, да, мы с ними посидели, они поехали домой. Я думаю, ну что, поеду за пряжей. В Самовязове еще была, ну, не, мне на трамвае до туда не так уж и далеко. И у них по 22 число, последний день была скидка на носочную пряжу, и я решила съездить. А я подписана у них в группе в Телеграм, они там выкладывали новинки Форзы носочной, Ернард Форза. Я думаю, ну сейчас поеду наберу, безобразие, мне же нельзя, у меня полные два ящика. Но я молодец, девочки, я удержалась. Так как я купила вот этот моточек пряжи, он у них, слава богу, был. У них был заваленный весь магазин просто мешками. У них пришла поставка. И кто живет в Питере, я была на Новочеркасском 59/1, и я так понимаю, что когда у них приходит пряжа, они привозят именно в этот магазин, а уже потом разводят еще в два других. И там даже негде было пройти, там было все битком, поэтому я ничего не разглядывала, я сразу показала вот эти носочки, потому что номер я не помню, говорю, дайте мне такую пряжу, если она у вас есть. И Форза у них была, лежала на виду, видимо, потому что за ней приходят. И все, больше я даже ничего не разглядывала, потому что не было возможности даже куда-то подойти. Вот, этот моток не отправляется в мой комод. Я начну вязать носочки, пока такая осенняя пора. Мне их хочется связать и отдать сыну, пусть он в них ходит. Я в носочном календаре как-то говорила, что сын любит ходить в моих тоненьких носочках, он их носит зимой в обувь, потому что он покупает всегда себе легкую обувь, не на меху. Почему-то не любит он в такой ходить, и поэтому шерстяные носки ему нравятся. И вот на осень свяжу ему, ну уж не знаю, когда будет ходить, рассказал, что хочет такие, значит, надо связать. Вот, взяла я такой моточек, и он не отправится, да, в кому-то сразу будет вязаться. И та-дам! Вот, в итоге я взяла 4 мотка. Я, когда увидела вот эту пряжу, я в нее просто влюбилась, в эту расцветку. И думаю, так как я из комода вытащила вот этот моток Ализе Артисан, значит, у меня есть возможность положить в ящик один моточек. И вот этот моток мой. Вот этот я купила себе, и он отправится в мой ящичек. Только сейчас вот вижу, когда начала вам снимать, что пряжа одинаковая, но вот этот моток яркий, я не знаю, видно на камеру или нет, а вот этот вот намного бледнее, чем вот этот. 26-10, лот 154, 26-10, все одинаково, да, но вот этот моток гораздо бледнее, вот этот ярче. Ну да ладно, а мне в одном изделии их не видать. В общем, вот этот моточек я купила себе, и он отправится в мои запасы. И в октябре я поеду к маме в гости.
Я решила ей взять такой же моточек. Я маму подсадила тоже на носочную пряжу. Летом у нее дача, ей некогда, но зимой она вяжет и любит вязать тоже с носочной пряжи. Вот такой моточек отправится к ней. И я решила еще взять вот такой. Мне кажется, вот это тоже такой осенний красивый моточек яркий. Этот тоже у меня будет в подарок, но я никому не скажу, кому именно, потому что меня смотрят. Пусть это будет сюрпризом. Вот, тем, кому пойдет этот моточек в подарок. То есть вот это не мои. Вот этот в запас, а этот вязаться. Вот, так что я вроде бы и посмотрела на носочную пряжу, вроде бы и купила, но не вышла за рамки своих ящиков комода. Ну и планы мои на ближайшее время, конечно же, это бактус и вот эти носки. Все. Наговорила кучу. Не знаю, что из этого я вперед начну. Наверное, я начну бактус. Может быть, буду вязать параллельно. Ну, игрушки, как всегда, да, с утра. Все, вот такие новости на сегодня. И теперь уже до следующего подключения. Среда у нас сегодня, 25 сентября. И у меня есть готовые работы. Маленький, но есть, да. Смотрите, какой классный цветочек получился. Говорила, что не буду больше вязать. Но вот когда связала совушку вот этой пряжей, и вот этот моточек у меня лежал, и я такая думаю, какой будет красивый цветок. И, в общем, связала вот такой цветочек. Мне кажется, хорошенький получился. Теперь хочу связать такого осьминожку. Щупальцы будут вот такого цвета, а головка вот такая будет у осьминожки. У меня еще есть немножко пряжи. Вот, в игрушках это все, вот эти две заготовки вы видели, и вот у меня цветочек. И, так, ладно, вот видите, у меня салфетка новая, давайте раз про игрушки, значит, про игрушки. У меня иногда мне задают вопросы, как у меня получаются такие спиральки, что они так скручиваются хорошо. Вот эти спиральки связаны крючком 1,75, как и вот эти вот все. А здесь столбиками с накидом, потому что ализе была тонкая ниточка, это та же самая ниточка. А здесь у меня было две нитки вместе, позволяла толщина вязать столбиками без накидов. По 3 столбика, что здесь, что здесь, в каждую полупетлю. Сейчас я покажу на примере вот этом. Просто бывают такие вопросы, что плохо закручиваются спиральки, они вот такие все расхлябанные. Я вязала медузок из... Кто он, господи-то? Джинс. Ой, все вы знаете эту пряжу, да, игрушки, с которых вяжут. Ернар джинс, да. Совсем все вылетело из головы. Там спиральки я вяжу крючком номер 2, но тоже они получаются. У меня сейчас нету этой игрушки, но если вы видели мои предыдущие видео, то знаете, да, какие там спиральки у меня были упругие, классные. А та пряжа поплотнее, и я вот крючком номер 2 вяжу. Все остальное то же самое. Здесь у меня тонкая нить, поэтому она в 2. Таня, для тебя показываю. Вот такая спиралька должна получиться. Смотрите, она упругая. Вот такая, после стирки с ней ничего не происходит. Это не обязательно для игрушек-торопыжек, я сейчас показываю, да, для медузок, для обычных. А вот идет наша косичка из воздушных петель. Видно, нет? И вот вяжем строго по одной стороне, вот по этим петелькам. Крючок 1,75. Что там? Я не знаю, почему возникают у некоторых такие вопросы, почему не закручивается спиралька. У меня вообще, даже когда я первый раз вязала, не было никогда таких вопросов.
по 3 столбика без накида в каждую вот эту вот полупетельку, да. Я вяжу, вот при вас сейчас провяжу сколько-то, не знаю, но чтобы видно было, что она закручивается сразу. Я надеюсь, вам все видно. Не в очень удачное время я начала запись этого кусочка, потому что у меня стирается машинка. Я очень надеюсь, что вам не слышно. Двери в ванну закрыты. Вот. Ой, ну красивая салфеточка, да? Давайте, пока я вяжу тут свои столбики без накида, спиральки, я расскажу историю вот этой салфеточки. Не знаю, помните вы или нет, вязала я лисичку Аришку, вот такого рыжего цвета. Она у меня сидит на кресле, всегда со мной. Это пряжа кроха, по-моему. Там 20% шерсти, всего остальное вроде бы как акрил. Я уже не помню, этикетки у меня нету, и она довольно-таки толстенькая. Ну и значит, я тут начала вязать, вот видите, да, все у меня само по себе закручивается. Начала я тут, значит, вязать вот этот вот бактус. Пряжа очень мягкая, классная, воздушная. Я прям начала вязать и просто наслаждалась и балдела от этого процесса. Но у меня попался один узелок. Ну ладно, вяжу дальше. У меня попался второй узелок. Ну ладно, вяжу дальше. Потом у меня попался третий, потом четвертый. И на пятом мое терпение уже лопнуло. Я обиделась на этот моток. Хотя я с такой пряжи уже вязала другого цвета. Там не было ни одного узелка. В общем, я обиделась вот на этот моток. Отложила его в сторону, а в голове у меня сидел вот этот оранжевый остаточек, он был небольшой. Сидел в голове, значит, у меня этот остаток. Ну, все же осень, да, оранжевый цвет, все тут вяжут тыквы, все что-то вяжут, украшают. А у меня... Что, руки у меня все... А у меня ничего и нет. Я, кстати, украшаю дом только к Новому году, по другим сезонам как-то я, ну, мне всегда негде хранить этот декор, как мне кажется, не хочу лишнего в доме держать, ну, какие-то мелочи к Пасхе, да, у меня есть, ну, к Новому году, конечно, само собой. Ну и тут у меня мысля давно сидела, думаю, достать надо эту пряжу, посмотреть, сколько там вообще ее, знаешь, что чуть-чуть оставалось. Думаю, хватит, не хватит на тыковку. Ну и тут, когда я обиделась на вот эту, я такая, у меня прям сразу в голову, так, вот сейчас возьму эту пряжу и свяжу салфетку. Главное, не тыкву, а салфетку. Тут, вы тут наблюдаете, да, за моей спиралькой, что она сама по себе закручивается, да? Ну и, в общем, я взяла вот этот остаток, понимаю, что его мало. У меня, значит, взяла серенький, серый, вообще, по-моему, акрил, там этикетки не было. У меня есть такой сундучок небольшой, где у меня всякие остатки вот непонятные от игрушек. Вот я очень редко, но вяжу когда-нибудь игрушки, помимо торопыжек, да. Вот, и, значит, я взяла вот этот серый цвет. Я не особый крючковяз, в салфетках я ничего не понимаю, но начала вязать такую же, как вот эту синюю. Вяжу, понимаю, что она у меня получается маленькая, серая нитка у меня закончилась в ноль. У меня был маленький моточек вот этого кремового цвета, тоже неизвестного. Тоже, похоже, какой-то акрил, может быть, с небольшим добавлением шерсти. Беру этот моточек, мне его хватает вот настолько, насколько вы видите. И, ну, думаю, раз все, уже подходящей пряжи больше нет, и мне нравится сочетание цветов, какое получилось, думаю, буду заканчивать салфетку, хотя, по идее, она должна была по схеме быть еще чуть побольше. Там еще рядок, по-моему, должен был быть вот такой. Начала вязать вот эти вот
ракушечки, или как их назвать, их должно быть по 8 столбиков с накидом. Я вяжу, и мне чуток не хватает пряжи, но больше у меня нет подходящей. Я распускаю этот ряд и начала вязать по 7 столбиков с накидом. А все, у меня все вот эти три остаточка ниток, которые в салфетке, они ушли все в ноль, чему я, конечно, очень рада. А все, наболтала вам, да, и как раз при вас повязала спиральку, видите, что она сама по себе закручивается, она упругая, она классная. Если у вас получается слишком слабо, вы также вяжете по 3 столбика, да, но расхлябанная, смените крючок на меньше. Мне кажется, должно у вас все получиться. Вот, все, отняла ваше время, но хотя бы поболтала, да, рассказала историю вот этой салфетки. Вот такая спиралька получается, вот на белом лучше видно, да, вот. Все, убираю в сторонку. Давайте покажу. Мне понравилось, как она смотрится вот на синем. Это вот салфетка моя, да? Вот так она смотрится без нее. Тоже красиво, классно, но я прям балдею, я когда вот так положила. И вот это сочетание в таком виде у меня сейчас лежит это на кухонном столе. И я прям сюда ставлю тарелку и ем. Красота же! Класс, и остаточки все ушли, и вообще прям вязала бы и вязала. В общем, вот так вот обида вот на этот моток привела меня к готовой такой красивой работе. Давайте теперь покажу свою беду. Так, ну это начало ряда. Начнем с того, что вяжу я по мастер-классу Ани Полозняк. У нее есть мастер-класс на шаль, но у меня это будет в виде бактуса. Начинаю все, как она, как вяжет Аня, прибавки все. Единственное, у нее здесь вот бороздки тоже с дырочками вот эти. У меня без дырочек. Вот. Классная, легкая получается. Пряжу я показывала сейчас без этикетки у меня. А вот так ложатся цвета. Я не знаю, как они должны ложиться, потому что у меня, как вы уже поняли, сплошные узлы. Вот один узел. Я что-то их сразу не стала заправлять. Потом до меня уже дошло, когда попался пятый. Почему я их сразу не ввязывала? Ну да ладно. Вот он первый. Потом вот второй. Вот он, видите, да? После него вот он идет третий, потом идет вот четвертый и пятый. Я уже додумалась, вот хвостик видно, я уже здесь ввязывала. Вот, и получается вот с этого момента, вот с этого, вот здесь уже не было узлов, вот здесь не было узлов, и вот так ложится пряжа. Как должна она была ложиться вот здесь, неизвестно, потому что был узел на узле. Вот, но очень мягкое, нежное, легкое, воздушное полотно. Я вязала палантин с такой пряжи, и мне очень она нравится. А здесь всего 20% шерсти, 80% акрила, но она очень мягкая. Вот, буду продолжать вязать, извяжу весь моток, я, наверное, вывязала половинку, я что-то не взвешивала. Если вдруг будет совсем маленький, возьму, наверное, Alize Angora Gold у меня есть, и довяжу. Но вообще в планах не было вязать шаль, это будет просто палантин, ой, не палантин, бактус, да, небольшой платок, мини-шаль, да. Вот. Это все новости на сегодня. Носочки я не начинала. Торопышком, кроме игрушек, ничего не вязала. Хочу закончить уже вот эту работу, а потом начну носочки. Ну вот, все. Вот такая у меня красота. Сегодня пятница, уже 27-е. И давайте посмотрим, что у меня тут новенького. Та-дам! Я довязала свой бактус. Очень он мне нравится, воздушный, легкий, не колючий, прям вообще. После того, как я обиделась на этот моток, да,
больше мне не встретилось ни одного узелка. Цвет, кстати, вам на камере не тот, он больше идет в коричневый, но он такой, что-то, наверное, даже в какие-то бордово-розовые какие-то немножко оттенки должен уходить. И вот видно, да, как должны ложиться секции. Вот. Понятно, что здесь идет на расширение, поэтому полосочки тоньше. Мне кажется, где-то вот в этом месте, наверное, был узелок последний. И вот так получился. Я потом, когда лицом в кадре подключусь, покажу вам его во всей красе. Размером он получился у меня, размах крыльев 1,5 метра. Да, вот так. И вот эта серединка 75 сантиметров. Ну, понятно, да, что серединка 75 и половинка крыла, да, 75. Вот. Классный получился. Давайте я напомню, что это была за пряжа. Ангора Актив от Ернард. 100 граммах 500 метров. У меня это был колор 846. Напомню, что здесь встретилось мне 5 узелков. Но до этого в другом мотке не было ни одного. Вот остался у меня вот такой маленький клубочек, потому что мне бы его не хватило туда-обратно еще вернуться. Поэтому, ну, куда-то в носки я его извяжу. А, классная пряжа, мне кажется, для палантинов, для шалей, бактусов, шарфиков каких-то легких. А, классно. Вот. И... игрушки, я собрала игрушки все, которые у меня были навязаны, которые вы видели заготовки и которых вы не видели. Я тут за кадром сворачиваю просто. Вот, давайте посмотрим. Связался у меня, кстати, вот эти спиральки я вязала с вами на камеру. Тяжеловатая игрушка получилась, тяжеловатая нитка. Надо было в следующий раз, наверное... Ну, хотя у меня для следующего раза уже ее не хватит. Надо было опять сделать, облегчить немножко. В общем, вот такой ананас. Очень нравится этот цвет, такой оливковый, да? Красивый. А, собрала я совушку. Мне кажется, у меня сегодня такое более-менее разнообразие игрушек. Хоть и еще одна совушка, да, но они совсем разные. Вот. И вот цветочек. Все, 4 игрушки, мне кажется, такие цветотерапия у меня в игрушках в этот раз, а то обычно как возьмешь один моток и так далее, пока не свяжется. В этот раз у меня очень много пряжи еще в корзинке, и буду вязать также разные игрушки. И будет ананасик, и совушки, цветочка не будет, наверное, в таком сочетании. Я говорила, хочу связать осьминожку. Вот, девочки сказали, Таня, оставь цветочки нам, вяжи игрушки набивные. Это девочки, которым лень набивать, да? Ну ладно, будем вязать набивные игрушки. Давайте подведем итог моих готовых работ этой недели и еще кое-что вам покажу, что я начала. Готовый итог. Это первое, да, вот эти мои носки. Эти носочки в подарок идут. Они идут в одну семью, вот эти носочки и вот этот палантин. Так, на этой неделе я связала носочки, не палантин, а бактус, 4 игрушки и, напомню, вот такой комплектик торопышкам. Мне кажется, хорошая у меня была неделя. Если учесть то, что тут на меня еще напала Золушка, и я убиралась на балконе, клеила там панели, мыла окна и в комнате, и на кухне, меняла шторы, короче, что-то тут на меня напало, да, вот, и так, из готовых таких это все. Еще что я делала, конечно же, я вышивала, и я вышила половинку. Вот она, половинка снеговушки. А здесь остался бэк. Я его не сделала. Но он довольно-таки небольшой. Там я потом уже сделаю вместе, да, напомню. Вот я вышила вот эту сторону обратную. Чуть-чуть бэка потом уже зашью вместе вот с этой. И буду начинать теперь уже
моську снеговухи, так скажем. Вот. И, конечно же, я начала носки сыну вот с этой пряжи. Я провязала вчера за вечер, вот вывязала поголенок, я не считала, сколько здесь рядов. Вяжу резинкой 3х1, мои носочки были резинкой 2х2. Я у сына спросила, говорю, тебе как? Он говорит, ну свяжи как у себя. Ну, я решила связать резинкой 3х1. Мне нравится такая резинка, классная. Я не считала ряды в поголенке, просто закончилась вот эта секция. Сейчас пойдет вот такая коричневая полоса, и я начну вязать пяточку. Вот, конечно же, это мои планы на следующую неделю. Еще буду вязать комплект ропышком, наверное, и не знаю, что еще начну. Думаю, что в следующем влоге вы все увидите. Еще хотела показать вот такой крючок. Этот крючок я заказывала в подарок, должна была подарить еще на прошлых выходных. Но он запоздал, вместо 14-го пришел 25-го, по-моему, только я его забрала. И давайте посмотрим, я... Ира мне разрешила им чуть-чуть повязать, попробовать. Не, ну не чуть-чуть, она сказала, повяжи игрушку, попробуй. Просто я думала, заказать себе такое или нет. Вот, но я чуть-чуть повязала. И сказала я, да, нет, что это крючок Чагу. Размер у него 1,8. И посмотрите, какой он интересный. Эргономичная ручка. Он, видите, такой немножко изогнутый. Вот так он выглядит. И давайте, вот мой крючок, которым я всегда вяжу игрушки, это 1,75. Вот видите, написано. Здесь 1,8 миллиметров. И посмотрите, какие головки. Вот. Думаю, вам видно, да? Вот эта головочка, там и написано было, смотрите, какая она. Узкая. Я думаю, видно разницу, да? Тоненькая прям какая. Как-то фокус не особо показывает. Но поняли, да, очень узкая вот здесь головочка, приплюснутая прям совсем. Здесь гораздо толще. Я попробовала вязать. Мне удобно вязать такой головкой. Но очень странно, конечно. Я вяжу крючок вот так вот обычно. Может быть, удобно для тех, кто вяжет вот так. В общем, необычная для меня ручка. Но я хочу взять себе такой, попробовать. Наверное, возьму двоечку для игрушек. Потому что вот смотрите, да, он поменьше. В общем, хочу взять себе такой, попробовать. Решила показать вам. Может быть, кто-то не знаком с таким крючком. Все, при встрече передам его Иринке. Запоздалый такой подарочек. Так, вроде бы все. О планах я немножко сказала. Я, честно говоря, особо не знаю. Там уже и носочный календарь уже выйдет, задание в понедельник. Все, подключу сейчас еще лицом в кадре и немножко поболтаем с вами. Ну все, посмотрели вы, как прошла моя эта неделя. Я, кстати, когда вам называла, что я сделала на этой неделе, 4 игрушки, малый комплект ропышком, бактус, носочки и... А как же моя салфетка? У меня же еще была салфетка. Вот. Классно. Вот столько у меня готовых работ получилось за эту неделю. Все планы мои были выполнены. Я не знаю, или у меня были маленькие планы, либо я очень хорошо потрудилась, да. И почему я подключилась еще к вам? Можно было закончить, да, все до этого. Я хотела вам показать бактус. Я вот так всю себя закрыла. Я не знаю, что там вам видно. В общем, вот такой он получился, большой, легкий. Это с одного 100-граммового мотка, напомню, да. Ой, он такой классный. У меня тут микрофон, а то бы я
Наверное, пошуршало бы. Ну вот он как по плечам, да. Опять микрофон закрыла, все закрывает. Вот. А, красивый. Мне кажется, здесь цвет более правильно вам передается, не как показывался за столом. Вот. А, пойдет в подарок. А, вы знаете, мне хочется еще купить такой же моток какой-то другой расцветки. И связать еще, не знаю для кого, но кому-то подарю. Мне очень понравилось. Очень мягкая, приятная, прям балдею. Мне кажется, я уже 150 раз сказала, как он мне нравится, да? Сама пряжа, если не считать, что здесь попалось опять 5 узелков. Вот. А что-то все у меня там на кухне осталось, все, что я вам до этого показывала. Что я хотела еще рассказать? У меня вот вяжу вот эти носочки, да, с пряжи сыну сейчас. И вот вяжу, и прям тыквы же меня не отпускают. У меня же вот это должна была быть тыква, по идее, почему-то случилась салфетка. И я такая сижу и думаю, а какая бы красивая получилась тыква с тех остатков, да, с носочков. Поняли, про какую я пряжу говорю? Ой. В общем, надо по этому поводу подумать. Но опять же, нитка тонкая. Это ж сколько я буду вязать эту тыкву тоненькую? Мне носки надо еще связать. Не знаю. Планы. Немножко я рассказала о вязании, да, выйдет носочный календарь, но пока сыну не довяжу носки, не начну носочный календарь. И с 1 октября я вступаю в новый совместный проект. Я редко это делаю. Самый большой у меня проект это 12 месяцев носочный календарь, и в какие-то мелкие я очень редко, но вступаю. А в этот раз это будет проект Ларисы Пустовитовой. Вы от меня часто слышите это фамилию, имя. И называется он «Хочу, как у нее». А записаться еще можно. Вам нужно перейти на канал Ларисы, вступить в группу в Телеграме и написать «Я хочу», да, участвовать в этом проекте. Смысл проекта в чем? А мы находим картинку. Может быть, они у вас сохранены в телефоне, да, что вы хотите связать. Неважно, что это, плечевое изделие, шапка, шарф, носки, варежки, митинки, да, сумки даже может быть. А, все, что можно связать такого, да, показывайте картинку и смысл, да, хочу, как у нее, именно вот по этой картинке. Пряжа. И состав пряжи может быть любой на ваше усмотрение, какой подходит вам, но связано должно быть максимально схоже с картинкой. Фасон, то есть если это джемпер, да, и горловина, и рукав должен быть как там, по ширине, по рисунку, все это должно быть максимально похоже, но с вашей пряжи, да, вашего цвета, вашего состава, какой вы хотите. То же самое со всем остальным носками, митинки и так далее. У меня есть небольшие планы, поэтому с 1 октября по 10, по-моему, там у нас идет вступление, выйдет видео. И у меня пока что в голове один проект, но я знаю, что он будет не один, но длится он будет до 31 декабря, поэтому об остальных планах я буду показывать постепенно. Вот, это из такого масштабного, да? Все, не буду больше занимать ваше время и буду монтировать это видео. Наверное, будет очень большое, как всегда, проблема будет у меня в сохранении этого видео в телефон. Спасибо вам всем за подписки, за просмотры, за вообще всю эту движуху, которая меня вдохновляет на новые подвиги. Подвиги, да? Ну, а как? Что, не подвиги, что ли? Конечно. Как всегда, я буду вдохновлять вас, вы будете вдохновлять меня. Будем продолжать нашу эту взаимную связь. И желаю вам мира, добра и тепла. До новых встреч. Пока-пока.